Здравствуйте, друзья! У меня обновление в мастерской. Пескоструй маленький. Почему такой купили, другой, не другой и так далее. Был доступно сразу, чтобы не было ждать, поэтому его взял. Там посоветовали еще какие-то другие. После того, как я купил, надо было это купить, другое купить, я понимаю. Но получилось так, что получилось так. И такой компрессор маленький, конечно, он, наверное... Надо, мне посоветовали, что нужно было взять 100 или 200 литров, здесь 50 литров. Ну, пока буду обходиться этим. И бил с ним абразив, ну, с ним шел. Я купил его в этом, где медицинское оборудование продавали. И бил пока то, что с ним, попробовал с ним от пескоструить. Сначала получалось не так хорошо, потом как-то получилось уже, что к чему. Ну, надо как-то тренироваться, потом узнать нюансы. Здесь на моем ноже я сделал вот пескоструй и голотовка. Сейчас поближе покажу. Пескоструй. Ну, здесь риски еще немножко остались. Пескоструй. И потом голотовка. Получается примерно вот так сероватого цвета. И сегодня еще попробовал на другом ноже. Здесь только пескоструй на клипсе. И клинок до этого, он из М390 был травлен и заголотован, и сделал только чисто пескоструй. Это от травления остался. Здесь был хром, ну как бы искусственное старение получается, типа вот этого. Здесь хром был, он не травился, поэтому так получилось. Как-то так. В дальнейшем я думаю, что вот лайнера буду пескоструить. Но он будет вот такого цвета. Пескоструй. И, наверное, буду голотовать. Потому что пескоструй и голотовка более наглядно выглядит, по-моему. Да, время будет занимать. Ну, будет красиво. Как-то так. Спасибо, друзья. До свидания.